В очередной раз Саранск стал местом проведения православной выставки-ярмарки. Ее символическое название – «На земле святого воина Федора Ушакова». Форум приурочен ко дню памяти праведника, поэтому проходит в мордовской столице каждый год в середине октября. Это возможность, наверное, встретиться с теми людьми, которые никогда не переступали порог храма и порой имеют некие убеждения, что в храм они не пойдут никогда. И когда они встречают церковные святыни, попадают на православную выставку в той среде, в обычной для себя, в привычной для себя, они имеют здесь возможность прикоснуться с той божественной благодатью, которую несет в себе Русская Православная Церковь. Главная святыня, прошедшая православной выставки форума «На земле святого праведного воина Федора Ушакова» – это икона собора преподобных отцов Киево-Печерской лавры ближних и дальних пещер и ковчег с частицами их святых мощей. Торжественная церемония открытия началась с молитвы привезенной святыни. Затем с приветственным словом от главы мордовской митрополии митрополита Саранского и Мордовского в Арсенофе к присутствующим обратился викарий Саранской епархии епископ Рузаевский Илья. Пусть благодать Божия по молитвам собора преподобных отцов Киево-Печерской лавры, святого праведного воина Феодора и всех святых угодников Божиих поможет каждому посетителю этой выставки укрепить свою веру и найти пользу для души и тела. В этом году участниками православной выставки форума «На земле святого праведного воина Федора Ушакова» стали более десятка регионов России. Были даже гости из других стран. На одном из стендов можно было встретить название греческой святой горы Афон. Представители монастырей и храмов предлагали посетителям иконы, ювелирные украшения, духовную литературу, именные ложечки, одежду, церковную утварь и другую освященную продукцию. Если человек находится один дома в квартире, он отдаляется от других. А через это, вот через выставку, кто-то пришел книжечку купить, кто-то иконочку пришел купить. И пообщались, поговорили, и на сердце становится светлее намного. Организаторы заверили, что приложат усилия и далее, чтобы подобные выставки стали подлинной традицией нашего города. Следующая выставка ожидается в январе 2014 года и будет посвящена высокому празднику Богоявления.